яблоки для игр, но и помидоры для вечеринки. Смотри под ноги. Как будто я виновата. Да, я не сам на себя наткнулся. Какая грубость. А ты придурок. Послушай, Верзила, это ты кинулся мне под ноги? Вряд ли. О, нет. Тебе повезло, что я опаздываю на вечеринку, где мои друзья собираются познакомить меня с интересной женщиной. Скажу вот что, я иду на вечеринку, где познакомлюсь с интересным мужчиной, так что до свидания. Ага, прощай. Не сюда, до свидания. До свидания, мне в эту сторону. Отлично, наши вечеринки в одном доме. К счастью, мы расстанемся, когда дойдем до места. К счастью, да. Отлично, кажется, наши вечеринки на одном же этаже. Вот уж не повезло. Вот черт. Джоэл, Молли, они пришли вместе. Мы не вместе. Отлично, проходите. Так что вы, ребята, уже познакомились? К сожалению, да. К моему глубочайшему огорчению. Глубочайшему? Кто так говорит? Чем занимаешься? Я предприниматель. У меня свой бизнес. А я директор по развитию в Candy System and Richards. Слышала о таком? Candy System and Richards? CSR? Да, а что? Невероятно. Можно задать вопрос? Как тебе спится? Обычно я подрачу и сплю как младенец.